В модельном ряду Canon есть несколько 35-миллиметровых объективов, однако самым доступным из них является EF 35mm F2 IS USM. Но стоимость не единственное достоинство этой модели. Объектив получился очень компактным и легким. Вес всего 335 грамм. Его легко можно с собой взять не только на съемку, но и на прогулку. Здесь используется USM-привод автофокуса, обеспечивающий практически бесшумную и очень быструю фокусировку. Кстати, минимальная дистанция фокусировки у EF 35mm F2 LIS USM всего 24 см. Фотограф получает возможность снимать крупным планом практически любые объекты. Светосила F2 достаточно высока для большинства сюжетов. Она позволяет снимать при недостаточной освещенности и эффектно размывать фон на снимках. Однако, несмотря на относительно высокую светосилу, этот объектив дополнительно оснащен оптическим стабилизатором изображения. Это очень удобно для вечерней пейзажной съемки или для съемки в помещении с рук. Canon EF 35mm F2 IS USM – это полнокадровый объектив. Однако это не исключает его использование на фотоаппаратах с матрицей APS-C. При этом его угол обзора приближается к классическому полтиннику на полном кадре. Такие объективы востребованы практически для любых сюжетов. Canon EF 35mm F2 IS USM представляет собой очень удачный баланс между ценой, качеством и размером. Такой объектив отлично подойдет как для полнокадровых, так и для кроп-камер.